Так, всем привет. Я, короче, буду приготовить себе грудку куриную. Вот. Ну и пока буду разговаривать с вами, потому что немножечко скучновато. Скучновато в одного. Вот. У кого как дела? Здравствуйте. Так. Надо быстро поесть, потом за мной заедет друг, и мы поедем кататься по городу. Отбиваем куриную грудку. Что с настроением? Настроение нормально. Да. Кстати, очень классно отбивать мясо кулаком. Просто кулаком через пакет лучше быть не может, честно говоря. Вот. Мясо отбивается просто идеально. Вот. Привет, привет, Настенька. Как дела у тебя? Вот. Так, всем здравствуйте, нормально держусь, как твои, нормально все. Это, ты скажи, ты где-нибудь работаешь, а если где-то работаешь, едем заниматься физупражнениями, кто на что горазд в домашних условиях. Возможно, это интересный челлендж. А сколько нужно времени, чтобы отойти от отношений? У каждого абсолютно по-разному. Раньше я думал, что мне хватает месяца, но нет, честно говоря, чуть больше. Единственное, что важно, это иметь занятость. Вот. Короче, дальше. Ты похудел, красавчик, спасибо, я дома сижу. Спасибо, Настюк. Но, честно говоря, не знаю, как это получилось, что я похудел. Вот. При том, что особо не старался. Так. Вам, кстати, на заметку, из Тамбова привет. Смотрите, есть листья. Вот на сковородку, и вот так кладете потом курицу. И получается кайфово. Вот. Без масла, без чего-либо. Так. Ну что еще он стоит? Берем перец. Перец. Я, кстати, очень кайфово иметь мельницы, ну, для готовки. Самая кайфовая тема. Так. Что еще? Что еще у меня?
стаканчиков. Короче, какой молодец, ага. Это да. Когда живешь один, приходится учиться. Приятно смотреть, когда мужчина готовит, ага. Нет, я люблю готовить. Была бы у меня, конечно, был бы у меня человек, который потом бы еще за этим играл, было бы вообще идеально. А готовить я люблю. Так. В принципе, я думаю, что более чем достаточно. Ну что, сколько длился самый болезненный период в отношениях? Не знал, что ты любишь готовить, похвально. Ну, Аня, конечно. Я не знаю, сколько. Долго. Может, полгода. Может, год. Все. Я не знаю, порой кажется, что ты вышел, да, там из каких-то переживаний, но когда тебе что-то напоминает, и приятного аппетита. Спасибо большое, взаимно, всех с праздником. Смотрите, как курица получилась. Я не знаю, вам видно? Для курицы очень неплохо. Спасибо большое. В общем, честно говоря, вот с этими листьями, которые уже проспецованы, готовить одно удовольствие. Во-первых, к сковороде ничего не прилипает. А во-вторых, вкусно. Кстати, вот что говорить, если говорить о сочетании вкусов, мне нравится очень китайская кухня. Было очень солено, смотри, я как делаю, я на целую грудку, я ее отбиваю, и я использую один лист, я его просто кладу на сковороду,
не с двух сторон ее как бы зажимаю, а на сковороду кладу и уже саму курицу на этом листе жарю, переворачиваю ее. Вот. Попробуй так. Так, не знаю, у меня, кстати, было там свои там чувства, к другим людям свои чувства, то есть, самая сильная любовь, в каком-то понятии, да, любовь была, спасибо, не за что, кружку поймал, вот. Приятно, Птита, спасибо. С кем-то у меня очень хорошая там связь в одном, с кем-то в другом. Сказать сильная любовь, ну, это было, конечно, чувства были, иначе я бы всю эту херню терпеть не стал. Как думаешь, карантин будет продлевать? Нет, я думаю, что не будет. Будет потихоньку его... уже отпускать, но в плане какие-то будут работать места, какие-то нет. Приятно, Птит, спасибо. Привет, как мои дела? Спасибо большое, как ваши. Так вот, сочетание мяса и фруктов, допустим, для меня, я считаю, очень правильно. Николай Сергеенко самый лучший брат на земле. Мне надо выходить. Так, сейчас быстро ем, выхожу. Самочувствие хорошо. Было с начала дня, было немножко, как вам сказать, тяжеловато, но сейчас нормально. Еще немножко поспал, обеденный сон. Вить, ты молодец, так жаль, спасибо. Говорят, до 21.06, но это все ложь, слухи. Наверное. Так. Бля. Сейчас брат зайдет. Рад за тебя, спасибо. Мы похитили вашего брата. Если вы хотите увидеть его живым, переведите 200 тысяч. И он останется живым. Я думаю, еще пару дней и 200 тысяч придется переводить вам. Виктор, что вы делаете? Почему так вкусно едите грейпфрут? Мы вот ходим, берем кредитные карточки, чтобы позволить себе такое, а вы берете и вот так вот людей травите. Братан, сегодня грейпфруты по скидке в Магните, я только поэтому, извините, отвечаю. А он пиздел, что он селебритис. Короче, этот человек. Тебе сам Николай. Знаком? Это брат мой, да, не трогайте его, пожалуйста. Ладно, хорошо. 200 тысяч подъемная сумма для вас сейчас. Нам деньги нужны, Вить. Мне уже плохо, честно, кого убивать. Дайте мне пару дней. Дайте мне пару дней, я найду. Хорошо, у тебя пара дней. Я найду и сам же их потрачу. Потрать их, пожалуйста, на нас. Можно потратить их на нас? Блин, вы такие красивые, вы такие красивые, просто пиздец. Ай, не красивый, понял? Вообще цвет, вы цвет, просто цвет. Мы мед. Мед. Мы цвет и мед. Вот особенно этот мед, блядь, смотри на него. Мы кайфуем. Плюс. Ладно, вы что, тратиться, да, пошли? Красавцы. Да, я взял 50 штук, мы пошли. Тратим. Мы пошли. Возьмем еще 50, и может быть нам хватит на нормальный отдых. Все. Отключаюсь. Я уходил оффлайн, а не деду. Все, давайте, целую вас.
Ну, отвечайте нас. Сделайте что-нибудь. Так. Мы кайфуем. Цвет. На месте. Так, секундочку, блин, поел, сразу же бежать, ужас, вот это жизнь, вот это залеты. Так, в майке оставаться, да, наверное, нет, майка будет негоже, да? Блин, негоже майку, конечно. Или в майке остаться? Жарковато, потому что, да? Блин. Секундочку. Так. Ну что? Вроде бы нормально все. Не успел убраться, но да ладно, как говорится. Бог прости. Мы кайфуем, цвет. Отдыхаем. Ну, Витя, да, Ангелиночка. Что ты мне спросила? У меня просто на улице уже ждет человек, чаечек. Вот. Мне надо уже... Уф. Так, ну что? The best, лучший армян из кого-то там. Ладно. Потом спишем, что-то, конечно. Поехали. Мы кайфуем, цвет. Ну вот где он, бля? Ну что, работаем?